Сельскохозяйственная ярмарка проходит уже в четвертый раз. Все начиналось с 30 участников. В этом году их уже порядка 80. Ежегодно на площади у театра «Театр» в эти дни собираются тысячи пермяков. Вы знаете, мне так нравится работать в саду и огороде, что я выращиваю деревья. Купила яблоню, которая на будущий год уже будет плодоносить. Более много купила и три вида только лишь одной малины. Черная, желтая и красная. Все, и кустарник, и, в общем, цветы редкие, которых у меня еще нету. Ярмарка проходит в рамках сельскохозяйственного форума «Нива Прикамье-2012». Он включает в себя целый комплекс мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли краевой столицы. Форум организован при поддержке городской администрации. Здесь проходит презентация учебных заведений. К этому мероприятию подключились профсоюзы, которые выставили сюда бесплатных юристов, которые консультируют по вопросам трудоустройства. Для горожан это возможность купить высококачественную продукцию, которая прошла все возможные апробирования, возможность выбора. В ярмарке принимают участие фермеры, подсобные хозяйства, агропредприятия, индивидуальные предприниматели и садоводы-любители. Первый раз участвуем, продаем, ну, в основном цветущие, цветы однолетние, капуста, земляника. На ярмарке представлен широкий выбор рассады овощей и саженцев плодово-ягодных культур. Кроме того, здесь немало всего и для любителей ландшафтного дизайна. Одной только туи здесь представлено более 5 видов. Широко представлены садовый инвентарь, народные промыслы и продукты питания, мед, рыба и молоко. Ярмарка продлится до 17 мая. Вход для всех желающих свободный. Дмитрий Копанцев, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.